Кастовал ультимейт, там Морф успел второй скилл ему дать, пол хп снял, в итоге Пангалир сейчас может просто умереть. Морф под дабл дэмэджем, еще пару тычек, и он развалится. Очень интересный подкоп. Так, нет, не уходит. Не уйдет, не уйдет. Без шансов, там еще кого-то под бедлам пошел, Леон сейчас умрет. У него, кстати, есть ультимейт, есть подкопа нет. Подкоп уже потерял, потратил. Блин, он получится отличный выпад. Спалились. Должны были спалиться, ага, да, видели, да, это все. Да. Пошел, конечно, стан, но уже перекачка включена. Здесь не пробьют просто так. Морфа. Морфа обратно перекачивается. Нет, ну слишком рано, парень. Зачем? Все, забирают Морфа. Ай-яй-яй, Морф. Либо это был мисклип. Так, что, и что это происходит? Небольшие лаги. Это небольшие лаги. Бывает такое. Случается. В так, итоге там убили Леончика. Пошел ультимейт от Бэйна. Также раскастовал свой ультимейт СК, да. И что? И что? Ну, тут уже... Бладсикер просто прибегает. Такой, ребята, чую кровь. Тут влетает Пангалир, что-то там пытается делать, не особо это у него все получается. Пошел Санстрайк, никого не попал, Террорайз залетает, Пангалир убегает. Так, пошли байбеки, Джакира выкупается. Вот Фингер, да, ну там и Аегис. Да, Фингер в Аегис того не стоил, как по мне. Еще не по таймингу Айспав залетает, раскастовал ультимейт за Санкинг. Долго от этого немного. По-моему, это все, это конец. Ну разобрали, да, всех основных дэмэдж. Ну там байбек еще есть. Так, байбекается инвокер. Тут Морф бегает просто в виде Врейскинга. Ну, падают бараки на миду. Тут уже ничего не поделать. Неплохо. Так, а можно...